Я думаю о вас, о той встрече поздней весной, когда случай свел нежданно нас над тенистой медленной рекой. Почему-то помню каждый миг, механизм, улыбку и косу. И тогда мой голос чуть охрип. Может быть, до дома провожу. Но вы так улыбнулись мне, что внезапно дрогнула земля. Покачнулись, падая ко мне. Быстрый жест, касание. И моя. Я тогда и думать не посмел. Но мгновение трепетного миг за одно касание успел